Приветик всем, это City of London, один из кусочков банки, компании, выходные после 7 часов, здесь пустота, тишина, можно погулять, здесь сделать небольшое видео, здесь можно в таком чудесном блестящем автобусе, он открывается в 7 часов, закрывается половина третьего, можно купить кофе, сэндвичи, что-нибудь скушать во время ланча, либо провести встречу во время ланча в таком ресторанчике Гаучо, аргентинская кухня, здесь шикарные стейки, можно спуститься туда вниз, там еще два этажа внизу, такие лакшери зона, или провести встречу здесь на веранде. Вот это лифт, на лифте можно спуститься, потому что все девчонки на каблуках, а здесь можно, те, кто хотят попробовать свои силы, можно спуститься по такой лестнице винтовой. Вот такое пространство, бизнес-офис, как его назвать, как удобно, кто это думаете. Вот такая арт-культура в Лондоне. Это 6 скульптур, мужчины и женщины, абсолютно натурального размера, даже немножко жутко, когда к ним подходишь, кажется, что они дышат и вот затаили дыхание и стараются не шевелиться. И не шуршать плащами, потому что они абсолютно такие же. Вот идея, каждый думает о своем, видимо. А здесь что-то случилось, ну, видимо, завтра уже сделают. Вот такие лавочки. И стройка. Да, стройка в Лондоне просто потрясающая. Между офисными зданиями вырастают новые здания, еще больше, выше. И все это будет занято абсолютно точно очень скоро. Вот это место выглядит зимой так, когда холодно. То есть это такая небольшая площадка, окруженная кафе и офисными зданиями. Я ее показывала раньше. А сейчас это выглядит так. То есть приходит группа, коллеги, я не знаю, 3-5 человек. И каждый покупает по очереди дринк. Это такая форма вежливости. И после того, как часть другой пообщается, все расходятся домой. Ну, вот. Спустились в метро. Здесь крупнейшие ритейлеры, как Boots. Это фармация, косметика. Это станция Liverpool State Station. Одна из крупнейших станций в метро. Здесь Underground, метро и поезда. Это вся площадь заполнена людьми. Если какие-то поезда начинают задерживаться, то просто такой коллапс. Центральная, ну, это моя линия, моя веточка. Мы сейчас спустимся. Я всегда не очень люблю людей, мне нравится этот вход. И везде в метро на каждом углу магазинчики с открытками и сувенирами. Они очень любят открытки на все случаи жизни. Если ты заболел, переехал, уволился с работы, на все. Об этом я расскажу потом. Позже